Борсенька. А что у тебя опять сумасшедший взгляд, Барсик? Слушайте, может быть, это в корме шиба что-то накладывают, что коты начинают звереть. Барсик! Барсюша! Неправда. Что-то непонятно. Барсюнь, что-то какой-то ты странный опять. Барсюшенька. Или, может быть, ты чувствуешь, что холод скоро будет? Котеночек, ну-ка дай-ка попробую тебя погладить. Ой, да, я что-то с котом опять. И смех, и грех. Так, ну надо быть сегодня осторожнее, что-то кот не в настроении. Барсюнь. Барсюшенька. Ну, я не знаю, мне почему-то смешно. Конечно, вы будете меня осуждать за это. Вот, но у него опять ненормальный взгляд. Барсюш, нет, может быть, действительно что-то с кормом связано? Барсенька, котенька, кучечка. Все в порядке с тобой, Бар? А может быть, он чувствует тут чьё-то присутствие, Барсюнь? Котенька, что-то не так всё-таки, да, мальчик? Не буду над тобой смеяться, не буду. Или тебе просто ты озверел от этого телефона? Возможно. Возможно, что им этот телефон уже надоел. Скажи, мама, постоянно ты там в телефоне? И еще, мам, когда телефон работает, ты просматриваешь видео. Я смотрю, ты сидишь тут, а голос твой раздается из этого телефона. И мне это непонятно становится, котенька. Котик, тебя действительно нужно врачу показать. Это я одеяло из-под него. Ой! Барсик, все равно я тебя очень люблю. Слушай, кот, ну ты вообще сегодня ночью замечательно вел. Спокойно, и меня, главное, не будил, поэтому я вообще проснулась так поздно. Сейчас ты покушал. Ты хорошо покушал, Барсик? Покушал хорошо? Может быть, ты гулять хочешь?
Гулять хочешь? Гулять? Хочешь гулять? Да? Тебя выпустить погулять? Слушай, а может быть, там Васька ходит уже по территории, поэтому ты такой уже напряженный? О, кстати, сегодня же суббота. Вполне возможно, что Васька там ходит, гуляет. Да, Борсенька? Ну, вот как вы считаете, вот? Ой, мама! Ой-ой-ой-ой! Близко не подходи, это называется. Я не знаю, мне почему-то смешно. Смешно и все. Тут, я знаю, вы меня сейчас начнете осуждать. Но я не могу. На меня ржачка напала. Я вчера, наверное, переработалась. О, кстати, я вчера розы укрывала, потом сливу обрезала. И, в общем-то, практически целый день на него не обращала внимания. И он вечером ко мне так подлизывался и прижимался, и все такое прочее. И сегодня, может быть, поэтому и меня и не будил. Ну, Борсёж, все в порядке с тобой? Ну, а что ты так на руку на мою смотришь? На как, что это какой-то ужас на тебя надвигается? Ну, простите меня, пожалуйста. Мне смешно. Ой, слушай, я вчера ведь собакам приготовила еду. Надо разогреть. Холодное-то им нельзя. Ну, как бы можно, но нежелательно. Ну, просто неприятно. Хочется, чтобы тепленько они все-таки поели. Ну, Барсик, так, давай так, Барсик. Я хозяйка, я хочу себя погладить. Все. Ну, нет, не кусает, вот. Лежит. Ну и чего ты? Нет, он когда слышит, когда я на него громко там, то он меня побаивается. Ну, такой вот кот с таким характером вот. Ну, красивый. Красивый. Любимка мой, Барсик. Ты меня столько раз поддерживал. Ничего я без тебя не знаю бы. Совсем бы грустно мне было бы. Да. Это он так на мою руку смотрит. Ну, все в порядке, все в порядке. Все. Ой, красавчик какой! Какой красавчик, какая поза! Вот, ну все, замечательно.